Здравствуйте, все наши 4 подписчика. Андрюха, Серёха, Димон. Все здесь. Ну, слава пришла неожиданно. Ну, в общем-то, никто её особо не ждал. Но написал парень, говорит, взял себе коромысло для волкерсов, попытался установить, сломал 2 штуки. Сделайте что-нибудь, поставьте вместо меня, потому что есть перспектива сломать все остальное. Ну, не беда, попробуем, сделаем, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что волкерсы какие-то немножко, ну не то что подозрительные, но немножко отличаются. Внешне максимально все хорошо, вроде как все очень похоже на оригинальный, но оказалось, что действительно коромысло под волкерс, ну, явно меньше, чем должно быть. Взял свои наушники, сравнил. Действительно, сами пины, ну, где-то на 2 миллиметра, а то и больше. Больше, чем на оригинальных. Вот теперь будем что-то придумывать. Но, в общем-то, с чего все началось? С чего мы хотели снять этот ролик? Небольшой ликбез, как не сломать чебурашки во время установки, потому что установка — это самое страшное для них, потому что ломают в основном как раз в этот момент. Первое, если вы сейчас смотрите в холодное время суток, года, и вам они пришли, ехали по новой почте всю ночь, скорее всего, пластик промерз. Дайте хотя бы пару часов прогреться в теплом помещении. Второе, смазка, если есть какая-нибудь масленка, Ганекс, Баллистол, да хоть ВДХ, хоть с подсолнечным маслом. На смазанное всегда лучше натягивается. И самое важное, что касается пластиковых пинов, есть, если есть возможность, одевать как кольцо на палец, не щелкать. В общем-то, вот щелчок самое непредсказуемое во время установки. С сардинами, понятно, придется щелкать, но все остальные могут себе позволить немножко сэкономить. Что ж с этими будем делать? В общем-то, вот чебурашки, которые прислал Михаил. Сразу бросилось в глаза, что качество, ну, пускай не сборки, хотя нет, наверное, сборки такое немножко своеобразно. Они не должны обычно вот так шуршать. Возможно, он их раскручивал. Ну, уже после съемки попробуем дотянуть. Может, поможет. В общем-то, вот. Они не должны звенеть. Взяли еще на пробу универсальные. Попробуем тоже сюда приставить. И есть у нас несколько коромысел, в том числе на комтаки и на сардины. Вот, в общем-то, пока что комтаки наиболее похожи, но будут закрывать микрофон. Хорошо, давайте сейчас увидим, что у нас тут получается. Ну, очевидно, не налезет. Эти даже не будем пробовать. Универсальные. Ну, нету повода не поддеть этот вопрос. Ну, смотрите. То есть, если очень захотеть, конечно, можно попробовать натянуть. Как зафиксировать вот эту сторону, я не представляю. И микрофон перекрыт. Управление звуком тоже будет вне доступа нормального. Если перевернуть, будет еще хуже. Оно не сходится. Короче, универсальные, как оказалось, не универсальные. Комтак и сардинки. У сардин пины потолще. Возможно, что-то будет получаться. И, в общем-то, ну, они чуть-чуть шире. Ну, я думаю, получится. Немножко смазать. Один, второй пин. Оделась, не сломалась.
Так, а здесь придется щелкать. Ну, попробую. Нет, не дотянется. Значит, все-таки ком-так. Значит, все-таки ком-так. Опять-таки, смотрите. То есть даже их куда-нибудь еще можно будет поставить. Да, с ком-таками будет интересно. Вот, в общем-то. А что, давайте я их одену. Одеваются они крайне легко. Но в этом, наверное, нету ничего хорошего тоже. Нет. В общем-то, достаточно плотненько держится. Но микрофончик слегка перекрывает. Сейчас намечу. Намечу, немножко сделаю выборку для того, чтобы микрофон работал корректно. Ха-ха-ха, теперь снять его надо аккуратно. Повторюсь, ничего не сломано, все гуд. На меня, конечно, не похоже. Безопасность превыше всего. Как говорил Джим Керри, тютелька в тютельку. В общем-то. Должно работать. Дальше.
Вроде как похоже. Ну и пробуем. Один. И второй. И вот так вот оно, скорее всего, будет держаться. Сейчас займемся самими чебурашками. Ну, здесь уже ничего, наверное, показывать не будем. И так затянулся ролик, хотели сделать его быстрее. Ну, перекрутил коромысло на чебурашек. В принципе, носить можно. Небольшой люфт есть. В общем-то, как в самом коромысле, так в большей степени даже в самом креплении чебурашки. Но это уже можно как-нибудь поправить кустарными методами. Подведем итог. Первое. Проверяйте модель. Если модель не соответствует креплению, которое вы заказали, то в 99 случаях из 100 оно не подойдет. Как оказалось, с волкерсами есть нюанс. Если волкерсы китайские, то тоже не станет. Есть нюанс с сардинами. Сардины, вариация neckband, которая с дужкой жесткой за затылком, она предназначена для работы с шлемом. Не становится туда, в принципе, чебурашка. Там асимметрическое крепление. С одной стороны пин обхватывается крюком, с другой стороны проходит насквозь. Единственный вариант, два варианта, ладно. Первый, отрезать прут, сделать выборку вот примерно так же дремелем, только нужны прямые руки, а не как у меня. И то не факт, что у вас что-то получится, потому что если выберете им больше, держаться ничего не будет. Самый гуманный и правильный вариант, поменяться с кем-то, кому нужны некбенды, у кого классическая дужка. Во время использования в походном положении, когда наушники не на ушах, забрасывайте их выше, ближе к макушке. Во-первых, грязь не будет набиваться в чашки, гигиена. И во-вторых, если будет свисать вот таким вот образом, вот здесь вот может отщелкнуться. В холодное время или ночью, если подморозит, может треснуть коромысло и снова у вас поломаны чебурашки. Ремонтировать их можно, заменять коромысло можно, но это все время, деньги, ну и, в общем-то, какой-никакой труд. Берегите себя, смотрите, что вы покупаете, что вы ставите, и думайте, как вы это будете использовать, а не как это часто происходит. А куплю, а там будем смотреть. Берегите себя.